Нет. К нам пришел электропастух из Беларуси. Про 6. Вот сейчас распечатаем. Мы заказали ножки для этого пастуха и проволоку. Такую ядовито оранжевую, чтобы ее было видно зверю. И он больше к ней не подходил. Вот это вот сам, судя по всему. Про 6, новая модель в линейке белорусских электропастухов. Чё, как она открывается? Вот так. Нет, 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 нет. Да. Вот такой вот генератор импульсов. Сегодня мы его будем устанавливать для наших поросят, чтобы они у нас паслись. Вон блок питания, провода и стойки. По-моему, 30 стоек я заказал. Вот. Посмотрим, как все это будет выглядеть. Как поросята на это отреагируют. Обязательно снимем это все. И выставим на наш канал. Смотри, это что, просто как веревка смотрится. Смотри. Да, смотрится как веревка. Там проволока еще. Ну, проявит еще с проволокой. Да, с проволокой, да, со столистой. Не со столистой, это медная какая-то. Медная? Ну, может быть. Ну, нормально, жил-то немало. Посмотрим, как себя поведет. Если что, потом, может быть, увеличивать будем, так еще дозакажем. Он должен подойти намного. Он что-то там чуть ли не 30 километров можно с ним сделать. Вот что-то раз увеличил. Потом на все поле сделаем. Все, и пускай пасутся. Стойки мы просто заказывали. Да, стойки и вот эту штуку. Проводы. Сейчас мы будем устанавливать и покажем вам, как все работает. Надо доглядеть, что это будет весить. Все, надо рулетку и идти мерить 125 метров. Предупреждаю. Горстюк говорит, что там напряжение высокое. Ну, это да, понятно. Ну, так все. Местный город. В местном городке. Смотался у нас петух сегодня с курицей. И собака тяпнула курицу. Цесарка у нас с утра тоже пасется. Нормально все, нет? Да, она ее закрывала. За перья. Вот хорошо, что за перья, да? Сильно не повредили. Но курица это все равно стресс. Вот это хулиганка рыжая сидит. Перецепили ее в другую сторону. О-о-о. Нельзя, лиса. Фу, нельзя. Нельзя себя так вести. Охотница наша. Сегодня